Друзья, всем привет! У меня сегодня посылка. Посылка огромная, весом почти на 5 килограммов. И это, друзья, посылочка от девочки с нашей группы WhatsApp. Все вы знаете, что у нас есть группа в WhatsApp. Хорошие девчонки там собрались, делятся опытом, помогают друг другу купить орхидейки, делятся цветочками всяческими своими, садовыми и так далее, меняются. В общем, всех приглашаю, кто хочет, присоединяйтесь. Напишите мне на почту свой телефон, и я вас обязательно добавлю. Посылочку оформила на сыночка. Видите, тут скотчем все замотано, потому что еще пришлось ему там составлять акт. Значит, разница в весе, я вот покажу. Имеется доступ к вложению, разрыв оболочки величиной 23 сантиметра. Вот этот разрыв, видимо, на почте и заклеили. Так. В общем, посылочку прислала мне Олечка. У нее очень много всяческих цветочков. Тюльпаны бесподобные, лилии. Вот в прошлый раз в посылочке она мне положила луковки тюльпанчиков. Видели? Отличные, такие чистенькие, хорошенькие. Что в этот раз она мне прислала, честно, я вам клянусь, я понятия не имею. Мы сегодня с вами все посмотрим. Как и я не знаю, так и вы не знаете. Все будет происходить в первый раз. Спрашиваю, что ты мне там положила. Она молчит. Говорит, потом покажешь, я тебе все расскажу. Ух ты, тут еще вон какие штуки. О. Слава. Поиграться, да? Так. Ну что, друзья, как это все достать? Я же еще такой полный ландух в этих садовых. Вы же знаете, для меня это все только начинается. Так. Не ломай, дочь. Это что-то, что-то. Это какие-то луковки. Да? Угу. Да. Кто-то, может, и знает. А я не знаю. Что это? Так, но она мне посмотрим. Она мне сказала, снимешь видео, я тебе потом по пунктам все расскажу. Тут это думаете, как вытащить это все? Нет. Я говорю, хорошо. Так, подожди, за что же взяться? Вот эту коробку надо достать сначала. Ничего себе тут поналожила мне. Ой, так что, девчонки, приходите. У нас хорошо, весело, интересно. И вообще у нас уже там как большая семья. Ну, может, и не очень небольшая, но мы как семья друг другу помогаем. И словом, и делом, и всем-всем-всем. Тем более скоро зима. Это что-то почвокровное. Почвопокровное, да? Угу. Так. Не знаю, как это называется. Все будем смотреть. Так, значит, один. Это второй. Так, это тоже что-то необычное. Это тоже что-то сажать. Это точно тоже, наверное, почвопокровное. Доченька, ты хоть увеличь, что там вообще не видно ничего у тебя. Так, это три. Будем лот 3, чтобы она мне потом могла объяснить, что и как. Вот, тем более скоро зима, будет грустно, скучно. Поэтому приходите для общения. Мы всем всегда рады. Девочки находят из своих городов и вообще друзей со всего света. Что это такое? Какая-то травка. Это такой грунт у Оли. Вообще крутой. Ну что мутно так? У нас земля другая. Тут прям как торф. Так, это 4. Может, кто-то ослик-огородник у нас имеется. Он уже знает, что я тут распаковываю, что я тут получила. А я пока не знаю. Я же говорю, я полный ландух. Ё-моё, там оно не кончается. Так, это, наверное, пион. Как думаешь? Это, наверное, пион?
Наверняка. Я же уже пионы получала. Точно, блин. Ничего себе, какие у него почки. Я хуже получала. Ого. Олечка, это что за пион? Ого, корнище. Это не тот, который, как он там, я хотела, как елочка и красный. Так, это что у нас? Раз, два, три, четыре. Это пятый. Ну, это, по-моему, пион. Не по-моему, а пион. Вот эта земля крутая, вообще черная. Вик, что снимаешь? Я не знаю. Вот это оно. Боже, оно не кончается. О, а это что? Это тоже что-то. Ничего себе. Так. Это ж мне ж уже надо сейчас все будет дело высаживать, да? Лень, точно, вся земля у него какая крутая. Так, в общем, не знаю, что это. Ну, что-то... А, это... Это не гейхеры, случайно? Или как их там называют? Нет. В общем, не буду коверкать, а то неправильно скажу. Скажите, что вообще не то. Так, это что, дочь, шестая, да? Угу. Шестое. Нет. Это что-то огромное тут. Не достается. Ничего себе, тут вот это самое тяжелое. Ой, обеспечена мне, короче, трудотерапия на целый день. Куда я дела эту штучку? Вон она. Это ж надо быстро посадить. Ну вот. Ой, ну не буду разбирать. Тут такой огромный ком. Тяжелый, тяжелый. Ой, это я не знаю, это не хостел? Дочь, нет? Не знаю. На листик покажи. Ну что, если ком снимать, то, конечно, кто там поймет, что это. Ты случайно не хоста? Так, это какой номер? Я не знаю. Так, кто был номер 7? И это номер 8. Это тоже что-то. Какая-то травка. Ну-ка. Ну ты мне положила. Ё-моё, я же еще даже не знаю, куда мне это все примастырить. Но не буду открывать. Это номер 8. Это что-то сродни вот этого вот. Похоже, да? Угу. Так. Что-то тут еще у нас. Мамочки. Ну, это мне подфартило. Еще бы знать, куда все это разместить. Так. Это какие-то клубни. Какие-то. Это картошка? Нет, это похоже вроде и лилии. Да, чешуйки. Чешуйками похоже на лилии. Это номер 9, да? Угу. 9. Она мне сказала, все покажешь, и я тебе потом все подробно расскажу. Как хорошо, когда есть специалисты, которые могут поделиться не только растениями, но еще опытом. Все рассказать, подсказать, что куда. Тройка ж у нас тут все. Так, это что? Это был 9, да? Ага. Мамочки, как они это все сажать-то? 9, это 10. Все в пакетиках, все в глазе. Божечки. Олечка, как ты для меня все тут постаралась? Девчонки, это просто бесплатно, чтобы вы понимали. Бесплатно? Да. Бесплатно. Мы же дружим. Так, это номер 10. Что это? Вообще не знаю. Вика показывает опять ком земли. Понятное дело, что вы тоже не знаете. Вот что-то тут просыпается. Так, кто был 10? Это 11, но похоже, это что-то такое же, как и номер 10. Не буду открывать я. Ну, я думаю, что вот 11 это такой же, как номер 10. Так, что там у нас? Еще, ой. Ой-ой-ой. Матерь Божья, что ж тут? Божечки. Ой-ой-ой, что это тут? Что это большое? Так, это что-то... И что-то тоже что-то...
пионное какое-то. Похоже, да? Угу. Нет, это пион. О! Еще один, походу, пион. Ребята. Ёлы-палы он. И это не такое, что я покупала. Маленький корешочек за кучу деньгов. О, какие корнища добрые. Так, это номер что у нас? 12? Да, 12. 12. И, по-моему, последний остался. Ура! Так, это... Что такое? Я не знаю сейчас. Оля, у тебя такая земля крутая. У меня такой нет. Это номер 13. Да. Так, это хотела желтая. Мне... Оль, ты мне хотела еще усов положить. Забыла, наверное, от клубники. А может, уже... Может быть, а может, уже она тут? Срезала и нет. И уже как бы они что ж такие. Их надо быстренько. Так, и вот номер 13. Что-то какое-то травянистое. Тут все такое хорошенькое, влажненькое. Тоже пришло. Вот такая. Огромная посылка. Посмотрите. 13 наименований чего-то. Засаживать можно пол огорода. Если кто-то узнал какую-то травку, растение, напишите в комментариях. А я пока буду узнавать у Ольчика, что же она мне прислала, куда сажать, как правильно и так далее. И еще раз повторюсь, если кто-то хочет к нам, пожалуйста, пишите. Я указываю номер своей почты, ссылочку бросаю. Пишите мне на почту, и я вас обязательно добавлю к себе в группу. Или сразу напишите свой номер телефона. Увижу только я его в комментариях, потому что я поставила отметочку, что все комментарии попадают только после проверки. Поэтому я запишу ваш номер телефона и ваш телефон удалю. Буду видеть только я. Все, друзья, до новых встреч. Всем добра и мирного неба над головой. Всем пока. Пока-пока.